Немного из жизни шизанутых собак. Ивар такой борзый, заскочил в дом, сделал круг почета и решил, что на диване мелочь его не достанет, старой памяти. Но мелочь уже не та. Мелочь уже достает где угодно и кого угодно. Поэтому и у Ивара случился облом. Опа! Опа, 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 опа! Ванга, ну залезай, ты ж можешь? Вот такое они творят. Ой, не могу. Вот дурпецалы. Дурпецалы. Бумс. Бумс. Ну все это за собаки. Все это за собаки, балабаки. О, вот она залезла. Залезла. Рыжая. Достанет. Достанет рыжая везде. И здесь тоже. Вот так тебе. Вот так тебе. Вот такой бой. Бой такой. Шатенов и брюнетов. Вот тебе, вот тебя, за шкирку тебя, вот так тебя. Так тихо вы. Вот так. Вот такие корги. Вельш корги кардиган и вельш корги пемброк. Это разные породы, разные. Ну, во многом они схожи, но вообще разные. Хотя было такое время в истории, было, когда эти породы объединяли в одну, но поняли быстренько свою ошибку и снова разделили. Поэтому это разные, разные породы. Вот. Кобель. Это кардиган, вот рыжая сука, прям сука рыжая, это пемброк. Вот так. Дурилки, дурилки, Ванга, ты не устала? Ты не устала? Хитрая лиса. Они как, точно как в сказке, да? Волки и лиса. Бум. Ай, не могу. Ну, лягте уже, отдохните. Ложитесь, ложитесь рядышком и отдыхайте. Хорош уже дурачиться. Ивар, у тебя язык до пола. Банда. Ой, такая банда у нас. Ой, все, ухекалась. Ухекалась. Ой, 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 ой. Ой. Носом ударилась, да? Бум. И цветочки. И цветочки. Посмотрите, как красиво, да? С цветочками. Совсем другое дело. Все-таки цветы, они невероятно украшают любое помещение. Любое. Хорошо. И вы, конечно, тоже. Главное украшение жизни. Ту-ду! Аня пришла. Полетели! Полетели обратно! Ай, не могу.
Сейчас покажу еще для разнообразия новый домик для папоротника. Я уже не знаю, что примостить. Примостила вот такую штуку. Смотрите, у меня тут есть клеточка. О боже. Клеточка такая симпатичная. И я в нее примостила маленький папоротник. Это один из выносливых, тени выносливых. Ну, здесь немножко побудет в клетке. Вот. Детка в клетке, а потом подумаем. Ну и вам чего? И вам чего надобно? Вам чего надобно? Все, Ивар, 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 детка моя. Ой-ой-ой-ой. Дурачины вы. Так, тихо бегаем, тихо. Все перевернет. Оля, ля, скачет, как конь. Да конь какой-то в доме. Все, Аня ушла. Вы банда. Ай, не могу. Ивар, я у мамы дурачок. А, так вот это на улице надо беситься, а не в доме. На улице. Уже темно на улице. Все, они сегодня... Раза четыре Ванга выходила, а с Иваром дурачилась на улице. Но я с ними погуляю там, ну, минут 10. Прохладненько еще, и захожу в дом. А это уже Ивар напросился сам в гости к Ванге. Говорит, теперь я к тебе в гости иду. Куда пошли, банда? Попить. Попить, да, точно, попить. Водички попить. Устали. Устали сходить с ума. Ой, ой, боже мой. Ой, ой, ой. Отверхнулся. Вот такие дела. Так и живем. Весело нам, весело. Да, Ивар? Веселье. Веселье. Кому скучно жить? Кому скучно жить, обращайтесь за щенками корги, и веселье вам обеспечено. Обеспечено. Гарантирую.